one that I take never stops in between a whole 3,000 mile road. Кто за столом, но тем не менее может даже так лучше, потому что я всех вас вижу. Слушайте, для меня, конечно, было большой неожиданностью организация этого чата. А когда этот чат начал активно наполняться, это вообще какой-то шок. Для меня и для моих друзей Метроком — это достаточно знаковое событие. Я много лет, не говорю, что прожил, много лет работал уже, да? И вот работа в Метрокоме — это не просто работа. Это знаковая часть жизни. Поэтому, когда столько людей присоединяются к моему отношению к Метрокому, это дорогого стоит. Я могу, конечно, долго рассказывать разные истории, потому что я из этих 30 лет более трети, да, где-то 11-12 лет работал в Метрокоме. Сначала 10 лет, потом небольшой перерыв, еще пару лет. И на моих глазах было 5-летие, с моим участием было 15-летие, потом несколько, как сказать, отошел Метроком в сторону, но тем не менее я всегда его чувствовал, всегда мы, как сказать, собираясь, говорили об этом, ну, как, чтобы так это, шутка или не шутка, но на всякий случай скажу, что, не на всякий случай, а кстати так скажу, что до сих пор перед каждым Новым годом узкий круг руководителей входит в баню. В лифт? Метроком нет, к сожалению, его лишь. Я очень рад, что помнят наши лейшинские бани. Это было тоже замечательно. Вообще отношения в Метрокоме были какие-то особенные. Да? Они были дружеские, и, собственно говоря, деление там на руководителей и исполнителей. Особенно в первые годы, а я застал первые годы, да, вот первые 10 лет в Метрокоме, оно было достаточно условно. Не знаю, что вам еще сказать. В принципе, очень много воспоминаний наплывает. И я вижу здесь много новых лиц, которые говорят, что мы новый Метроком, а мы вот старый Метроком. Так вот, у старого Метрокома воспоминаний ярких, мне кажется, больше, чем у вас. Да, все-таки, когда это были 2000-е годы, уже много было компаний, которые развивали такие современные услуги. А Метроком был первым. Он был первый однозначно. Я помню, когда мы открывали Метроком конференц-связью между Москвой и Петербургом, когда мэры городов Питера и Москвы связывались через Роском и через наши сети по волокну, была большая пресс-конференция, была пресса, значит, был банкет там с мэрами. А те, кто выполнял эту работу, потом собирались... Ну, в большом, конечно, гостинице Европы, но в подвале, в зале, да. И там технические специалисты были наши, это Метроком, и американцы, которые в то время еще были в Метрокоме. И мне очень не понравился тост одного американца, который сказал, что мы доказали, что волоконно-оптическая связь может работать и в этой стране. Это меня так возмутило. Тем более, что я до Метрокома прокладывал и участвовал в проектах первых волоконно-оптических линий вдоль железных дорог Питер, Волхострой. Уже работали волоконно-оптические линии внутригородские, и это было просто шок. Ну, я ему, конечно, ответным тостом. Я не знаю, если присутствующих, наверное, слышали, не слышали, ответил, но, во всяком случае, вот такие, как бы, нюансы были. На самом деле, Метроком действительно был первый. Первые SDH-сити, синхронные цифровые рядки, это Метроком и Комнет Роском. При этом, молодежь, наверное, не знает, эта аппаратура была под санкциями. В то время, в начале 90-х годов, аппаратура высоких технологий в СССР и в Россию запрещено было поставлять. И благодаря вот нашим партнерам, фирме Эндрю, американской, которые пробили разрешение для специального, для своих компаний, для Метрокома, Макомнета и Роскома, использовать эту аппаратуру, Метроком стал
передовым отрядом по внедрению цифровой волоконно-оптической техники в России. Первые, ну мы вообще первые были сумасшедшие на самом деле. Почему? Потому что мы для каналов 64 килобита клиентам прокладывали волоконно-оптические линии. Это был нонсенс, в общем, это надо отдать должное нашим маркетологам, нашим коммерсантам, которые смотрели далеко вперед. Да? Эти волоконно-оптические линии до сих пор лежат, и там уже сотни гигабит, да, мегабит идут. И, в общем, не знаю, мне жалко ваших ног, я могу долго-долго это рассказывать. Еще раз хочу вспомнить начало. Мы не заканчиваем на этом, я могу рассказывать много проектов. Хочется вспомнить тех, кто начинал Интраком. Да? Прежде всего, это, конечно, Равиль Усманович Халиков, да? Не первый генеральный директор. Да? Первый генеральный директор был Джек Стрикленд, американец, который вот меня брал на работу. Да? Но Равиль Усманович уже сразу, как сказать, взял бразды правления в свои руки, поскольку он был правой рукой Джека. И после того, как американец уехал, да, Равиль Усманович стал генеральным директором. И на протяжении долгих лет руководил вот этой компанией. Очень хочется вспомнить вот из первой команды Валера Дегтярева. Это был человек-мотор, человек-генератор идей. И я ему очень благодарен, он меня пригласил в Интраком. Хотя я в это время вел переговоры с американцами, думал, в фирму Эндрю попаду и так далее. Но в результате Валера меня за руку привел к Джеку Стрикленду. Он говорит, можешь вести переговоры, а можешь работать. Если хочешь работать, иди в Интраком. Я познакомился тогда, меня пригласили техническим директором. Я познакомился тогда с замечательной командой первых наших технарей. Это был поручик, хотел сказать. Поручик Половецкий, да. Бондаренко, Ашарин, боюсь кого-то обидеть, Леня Сметанин, в общем, все, кто на фотографии, вы видели эту фотографию. Ребята замечательные, я им желаю всего-всего хорошего. Жалко, что их здесь нет, но я знаю, что они, слава богу, почти, к сожалению, все здоровы и здравствуют и так далее. Итак. Не буду долго вас задерживать, нам покажут еще отрывки, фильмы и так далее. Я поздравляю всех с 30-летием нашей компании. Дорогие друзья, я говорю это искренне. Раз вы здесь, вы мои друзья, вы единомышленники. Будьте счастливы, здоровы, счастья вам всего-всего. Если хотите еще каких-то баек и историй, разговаривайте с друг другом, общайтесь, если... Подойдите ко мне, я вам еще что-нибудь расскажу. Ура! Спасибо большое, Виктор Викторович. Мы обязательно действительно еще сегодня пообщаемся. Дорогие гости, хотел бы сказать абсолютно всем, если вдруг в течение вечера у вас появится желание что-то сказать, рассказать какую-то историю, может быть, действительно у вас так же, как выражался Виктор Викторович, много баек, причем бы нет, опуститься в настроение.